Данная жатка 2011 года выпуска. С 2016 года в работе не использовалась. А так полностью в рабочем состоянии. Немного просто подзаросла, стоит. В наличии 3 единицы. Подзаросли просто сильно. А так полностью рабочий. Ножи, редуктора, цепи. Все целое. Агрегатировалась данная жатка с комбайном John Deere. Кардан. Тоже в прекрасном техническом состоянии. Просто немного застоялась. Три абсолютно одинаковые жатки.